что мне надо лишь поверить в себя, взять себя в руки, идти вперед, менять сознание, просыпаться и засыпать с этой мыслью, делать и ошибаться, делать и больше не ошибаться, быть сильным, быть лучшим, идти напролом, вопреки всему, вопреки всем запретам, ненужным советам, пропускать мимо ушей все лишнее, закрыть глаза на слабости, преодолевать все страхи. Мне необходимо знать, куда я иду и чего желаю достичь, идти напролом, идти вопреки, совершить революцию внутри себя.